целую ночь хочется секса. Свидание вслепую – нелегкое испытание для любого. Тебе нравится то, что ты видишь? Но оно особенно трудно. Ты когда-нибудь делал это в туалете, Дэнни? Для такого парня, как Дэнни. Я подумал, может быть, найдется девушка, которая не смутит то, что я слепой. Слепой? Я думала, ты гей. Lizard Cinema Trade представляет. Мне 22, я все еще девственник, и у меня нет девушки. Это мой брат Дэнни. Мне нужна не дешевка, а искреннее чувство. Я говорю тебе не о романе, а о сексе. Если между нами возникнет что-то, то это случится, но только при ее согласии. Да уж, пожалуйста, иначе тебе грозит арест. Ты правда слепой? Да. Я должна почувствовать это. Дама, вперед. О, сплошная темнота. Лэри! Мне нужно в туалет. Пошли. Я хочу встретить нормальную женщину. В чем дело? Ты не видишь, что я занята? А ты не видишь, что я слепой? А затем... Они встречаются не со мной, а просто со слепым парнем. Он понял, что любовь — это нечто большее. Я впервые вижу такого. Чем просто встреча глаз. И со мной можно пообедать. А почему нет? Сэмюэл Голден Филмс. Новый взгляд на любовь с первого взгляда. Лучше поставь Джеймса Дина. Так, класс. Придурок и только. Что? Мне не нужен еще один Тони Сопрано. А ты не смей оскорблять Тони Сопрано. Крис Пайн, Эдди Кей Томас, Джейн Сеймур, а также Анжели Джей. Хотелось бы верить, что я нравлюсь этим девушкам. Доктор, в разделе? Небольшая проблема, но немного... Воу! В фильме «Свидание вслепую». Скоро на экранах.